Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Одним из сортов сладкого перца, который я выращивал в прошлом сезоне, был новый для меня сорт «Сербский красный». Этот перец я получил в подарок от друзей и вот решил попробовать. И действительно, как всегда бывает, друзья плохого не пришлют, и перчик оказался довольно неплохой. Выращивал этот перец, как и все прочие перцы, в легкой тепличке. И вот перец завязал немало плодиков. Сезон был тяжелый, но тем не менее урожай был. Видно, что плоды у этого перца довольно крупные, такие мясистые, очень плотные. Очень хорошо потом дозариваются. Конечно, на корню поспели они далеко не все, но так часто бывает с перцами. Однако это перчикам ничуть не повредило. Куст довольно рослый, мощный. И вот видно, что выращивалось всего два кустика, но перчиков наросло немало. Этот перец, как все прочие перцы, был посеян на рассаду 15 марта. Рассада была высажена в грунт в конце мая. И в тепличке за ними уход был простейший. Только поливы, рыхление, одна единственная подкормка раствором куриного помета. И видно, что часть перчиков поспела прямо на корню. Вот такие плодики у перца сербский красный. Плоды очень увесистые, плотные. Так что перчик показал себя довольно хорошо. Видно, что листья у перцев все удалены, те, что ниже плодов. Это делаю постоянно, чтобы повысить урожайность кустиков перца. В разрезе сербский красный выглядит тоже довольно неплохо. Может быть, он и не очень толстостенный, как бывают некоторые перцы. Но все-таки толщина стенок довольно большая. Перец ароматный, сочный, очень хорошего вкуса. Вот этот плодик, он не до конца еще поспел, но тем не менее уже можно его использовать. Кроме того, перцы сорта сербский красный очень хорошо дозариваются. И после того, как они дозарятся, перец имеет насыщенную, очень такую красивую, яркую красную окраску и в целом выглядит довольно неплохо. Можно сказать, что сортом этого перца я оказался вполне доволен. Любители разных редких сортов перцев могут взять и этот сорт, напомню, сладкий сербский красный, на заметку и тоже его выращивать. Ну и в конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать перчики, получать хороший урожай, использовать разные сорта. Это всегда очень интересно. Всем всего самого доброго. До свидания.